Привет-привет, добро пожаловать в новый влог. Как думаете, куда я намылилась? Правильно, я наконец-то еду в Икею. Цель своей поездки я озвучивала в нескольких видео, но мне как-то вечно было не по пути, сейчас наконец-то выгребаюсь. Также мне нужно вернуть несколько мелочей, купить пару необходимых вещей. Короче, как всегда, поехали! Скажу вам честно, что я очень давно не была в Икее, но вот этот зимний забег, конечно, не в счет, потому что мы там по-быстрому все покупали. А вот так, чтобы порассматривать, чтобы вдохновиться, наверное, впервые в этом году. И вижу, что они следят за трендами, потому что все, что из натуральных материалов, в натуральных цветах, сейчас невероятно актуально. И вот получается, как дизайн столовой, кухни и мини-зала. Это небольшая, типа как квартира, и все выдержано в одном стиле. Симпатичненько. Кстати, мне тоже нравится вот именно такой зеленый. Я бы, возможно, даже когда-то добавила его в наш интерьер. И ручки какие необычные. Это тоже икеевские, что ли? Я таких раньше и не видела, честно говоря. О, мне как раз нужно купить новую хлебницу. Прикол, даже хлеб здесь есть пластиковый, но издалека можно перепутать. И в баночке столовые приборы симпатично смотрятся, вроде такая мелочь, скажите, а глаз радует. Знаете, в чем феномен Икеи? Ты приезжаешь, вроде как тебе ничего особо не надо, или хочешь купить что-то конкретное, а потом начинается: о, и вот такую штуку я взяла бы. То есть досочку, чтобы что-то повесить. И вот это мне в саду пригодилось бы. И вот это в свою комнату. Так, срочно заблокировать карточку. Я приехала не за этим. Мне кажется, я совершенно случайно угадала. Я же издалека ничего не вижу. Подошла поближе. И вот это зеркало новинка. И вот эти всякие декорации. И еще декор на стену. Тоже новинка. Я вообще-то думала, что я буду смотреть другие шкафы, но вот этот довольно-таки вместительный, особенно если брать в детскую комнату. Смотрите, это линейка PAX. Вот, короче, вся информация. Открываешь. Я бы, конечно, сделала пониже вешалку, потому что даже для меня высоко. Я туда с трудом достала бы. Все можно самому придумывать. И выдвижные ящики есть, как я люблю. Там внизу можно даже обувь поставить. Наверх поместится органайзер, который у меня есть, которым я с удовольствием пользуюсь. Вот тоже на верхних полках органайзеры. Сюда можно было бы сложить какую-то сезонную одежду, куртки, лыжные костюмы. Вот здесь полочки для свитеров, там, ну, кто что придумает. И еще выдвижные ящики. Или даже можно было бы взять два вот таких отделения. И по дизайну они нам подойдут. У Захара и у Игната белая мебель. Ой, блин, чьи-то труселя. Здесь тоже. Короче, неважно. Внизу тоже для мелочевки или же для обуви. Ну, ничего так. И недорого, между прочим. Какая интересная детская комната. Причем, может быть, как для мальчика, так и для девочки. Потому что цвета такие универсальные, я бы сказала. Девочке тоже понравилось, я слышу. Пошла. Так, мне нравится идея вот такого шкафа, чтобы цветные отделения были с двух сторон. И, наверное, я буду смотреть именно тройной. А вот по центру, видите, зеркало, и тогда это не так громоздко смотрится, плюс еще и практично. Но наполнение здесь не оле, потому что, видите, там типа как предназначено все для органайзеров сверху, и выдвижных ящиков не так много. Но для меня этого, во всяком случае, недостаточно. Плюс здесь совершенно все не подходит для детей, потому что стекло это вечно будет грязное. И потом, когда они подрастут, я сомневаюсь, что они будут придерживаться такого же порядка, как у меня. Это все будет видно. И вот там тоже наверху есть большой органайзер. А вот эта комната очень похожа
на наш интерьер, только здесь больше зелени и еще вот такие цветные обои, очень много искусственных цветов, ну, типа как живых. Я бы не смогла жить с такими обоями. Через месяц я хотела бы уже все это поздирать или переклеить, перекрасить. Но если кто-то любит, то почему нет? Вот еще и шторы такие цветные. Ой, нам нужно еще бы сменить стулья, но это потом. Наверное, не будем брать икеевские в этот раз. Не потому, что они плохие, но у нас часто гости, плюс маленькие дети. Они, конечно, уже морально подустали. Потертые сильно. Ну да, наверное, можно сказать, что они не очень долго служат. А вот это то, что я присмотрела для нас. Высокий большой шкаф. Наверх мы спрячем 10 килограмм лего, которые у нас есть. Вот здесь я бы сделала место для брюк. Здесь полностью все выдвижные ящики для носков, для белья, пижам и так далее. Пониже опустила бы перегородку для вешалок. И еще сверху были бы полочки. Что скажете? Как вам такая идея? И вот здесь тоже место, чтобы все развесить. И еще выдвижные ящики. Наверное, так и поступлю. Я, девочки, уже изрядно задолбалась за полчаса здесь. Пожалуйста, кто-то сделайте это за меня. Ну, нет сил даже искать кого-то, кто мог бы этим заняться. Еще и сделать так, чтобы мне было удобно. Надо больше делегировать. Лучше бы я потратила время на поиски какого-то организатора пространства или дизайнера, или я даже не знаю, кто этим занимается. Такой прикол там, ну как прикол, семья стоит, выбирает шкаф. И так спорят, там уже дело дошло буквально до развода. Я прекрасно понимаю. Все не так однозначно, и каждому свое. Каждый пытается отвоевать свой вариант. Вот такое сочетание мне нравится больше всего. Я бы еще Захару купила какие-то полочки в цвете дерева именно. К нашей карте деревянная это подойдет. Сам шкаф белый. И вот чтобы по центру было зеркало. Наверное, сделаем так. Здесь прямо на месте стоят компьютеры. Как раз уже все закрывается, поэтому компьютеры свободны, только один занят. Можно самому собрать шкаф и визуально посмотреть, как это будет выглядеть. Потом распечатать все, что вам нужно, и заказать. Или самому собрать на складе. Беру с собой вот список полок доступных. Как раз цветное все удобно. Ну как, хотя бы, чтобы я понимала, серый, белый, там, черный, коричневый. У Захара много лего и каких-то фигурок, которые он любит ставить. И хотел бы, чтобы они были на виду. Да, конечно, это пылесборник, ну а что делать? Ребенку надо, и нужно как-то ему угодить, и чтобы ему было удобно. Я тоже вечно все расставляла, и сейчас тоже не особо что-то изменилось. Вот такие большие полки. И можно ставить вот такие вертикально или же горизонтально. Я сказала вам, потом думаю, как горизонтально, а вот так. Еще есть полки поменьше, но мне кажется, что нам больше всего подойдут такие. Я сейчас сама, понятное дело, ничего покупать не буду и грузить это в машину. Тем более, я буду заказывать онлайн еще и со сбором. Вот такие полки мы тоже будем выбирать дома и составлять какие-то комбинации. Здорово это выглядит, когда несколько цветов, но Захару или Игнату розовые вешать не будем точно. Добрела я до письменных столов, и вы знаете, их очень много, как и стульев. И вот мне хотелось бы, чтобы я могла полностью регулировать ножки, а здесь таких немного. Вот этот симпатичный, но он совсем нам не подходит по цвету, вот вообще. А это кресло очень удобное. Я попробовала на нем посидеть и не хотелось вставать. Девочки, может у вас у кого-то есть письменный стол для детей из Икеи? Если вам не сложно, напишите, пожалуйста, какая серия, ну какая линейка. Вот этот вроде выглядит неплохо. Я присела за него. Ничего так. При том, что Захар у нас не маленький, есть два выдвижных ящика, этого слишком мало, я с вами согласна.
можно докупить еще отдельно какие-то элементы с таким же дизайном. Но я видела, что где-то был вот такой ящик на колесах, только поменьше. То есть его теоретически можно было бы поставить под ноги. Гениальная вещь. Органайзер для всяких там удлинителей, для каких-то зарядок. Я приспособила другую коробку, даже не знала, что есть специальная. Так все выглядит гораздо приятнее, чем когда эти кабели разбросаны, и они тоже не будут валяться под ногами, не будут путаться. Что скажете? Беленькое мне надо. Я погорячилась. По-моему, я таки нашла то, что мне нужно. Это письменный стол на регулируемых ножках. Размер, наверное, такой же, как у нас сейчас, но тот письменный стол перейдет Захару. Есть в нескольких цветах, в бежевом и в белом. А можно еще и ножки, да, выбрать? Я ничего не путаю. Вот, название. Я пошла к консультанту, все уточню, потому что, по-моему, я уже определилась. Это какой-то новый уровень. Так как я просила, белый, регулируемый. Еще нажимаешь кнопку, он сам поднимается и опускается. И сколько стоит такое чудо техники? Наверное, это больше как офисный вариант. Я подозреваю, что... Ох, блин, да. Это самое дорогое, что я видела. Ну, мало ли, может, кому-то надо. Мне кажется, для детей это очень большой рабочий стол. Дело даже не в цене. Иду так, иду. Я аж остановилась. Смотрите, какая аккуратная кухня. Дерево с белым и типа как под мрамор. Еще раковина, вот как у меня, керамическая, только металл. Она очень большая, вместительная. Кто боялся брать керамику, ну вот это самый классный размер, я вам честно говорю. Все, кто пользуется моей раковиной, говорят, что это вообще лучше из лучшего. И белая плита сейчас появилась у Икеи. Тогда, когда мы искали, вообще практически ничего не было представлено. Здесь вот даже духовка. Мне нравится. Ого, такого здесь не было. Эта кухня гигантская. И раковина как почти две моих. У нас кухня не из Икеи, между прочим, очень часто спрашиваете. Но у нас есть несколько знакомых, которые заказывали в Икеи и хвалят. Немножко так гламурно, вам не кажется? Вот особенно если повернуться в эту сторону. И интересно, придумали с зеркалами. Зеркала и киевские, судя по всему. Очень неожиданно, я должна признаться. Сразу пространство становится гораздо больше. И вот такой благородный зеленый. Я уже и раньше засматривалась, а сейчас активно начну думать. Но золото, наверное, это не совсем мое, еще и в таком количестве. Вот я тоже думала, чтобы под люстрами сделать, типа как лепку, наверное, да, или как это правильно называется. Я даже не узнавала, честно говоря. И одинаковые лампы повешены просто на разной длине, смотрятся оригинально. Ну, так порассматривать я бы прям один к одному не повторяла дома. Но мне было бы приятно находиться в таком интерьере. Только чуть меньше золота, пожалуйста. Но может кто-то любит. Каждому свое, знаете ли. Вот здесь тоже все золотое. Очень удачные формочки для запекания. Белая керамика. Меня даже недавно спрашивали, откуда мои знакомые. Вот чуть меньше. Я совсем недавно покупала, поэтому я не беру. Но если бы не было у меня, я бы точно схватила. Столько форм для выпечки появилось. По-моему, раньше столько не было. Еще нашла вот такую. Для кекса, например. Или для того тортика из желе, который мы вместе с вами готовили. А еще я подумаю, потому что форма громоздкая, но идея бомба. Потому что все, что здесь будет жариться, остается в этой такой отдельной части, которую можно удобно помыть. Она точно поместится в посудомойку. То, на что мне всегда жалко денег, но это мне надо. Такая коробка для тортика, для чего угодно. Иногда делаешь десерт, не иногда, а каждый год. Может, кто-то додумается из моих родных и подарит мне такую коробку. Как можно до этого додуматься, я не представляю, но
хозяйстве, мне бы это точно пригодилось. На празднике печешь торт или какой-то пирог, а потом некуда это поставить. В холодильнике все забито, так можно было бы вынести на балкон на ночь. А вот и осенние свечи. Любая свеча может быть осенней, и летней, и весенней, какой хотите. Но вот как-то зимой, осенью больше хочется какой-то сладости, немножко пряности в ароматах, правда? Я имею в виду в каких-то ароматах для дома, свечах. Оранжевенькая, симпатичная. Но мне понравились еще вот эти. Вкусные. На 50 часов. Ничего себе. Бегу на кассу, потому что уже реально последний момент, чтобы купить то, что мне необходимо. Закрывается IKEA. Хотите, я вас насмешу? За окном темно. По-моему, я еще никогда не снимала этой камерой в темноте. Но зато хоть реально посмеетесь от души. Выперлась я из IKEA. Минут 15 бегаю, ищу свою машину. И вспоминаю, что я приехала на машине Томика. Он сегодня утром забрал мою машину погонять. Поехала во Вроцлав. И мало того, что я ничего не вернула, потому что у меня все то, что для возврата, лежало в багажнике. И я выхожу и понимаю, что снова он взял мою тачку. Поехала я на его. IKEA забрала у меня все силы. Я вышла такая деловая, так мало машин на парковке. И уже, знаете, в какой-то момент у меня начинает биться сердце. Думаю, кто-то угнал мою машину. И вспоминаю, что я приехала на Томиковой. Ну что, уже утро. Давайте по-быстрому покажу вам, что же у меня из покупок в IKEA. Во-первых, это их культовые корзинки. Их очень часто не бывает в наличии. Они еще и представлены в нескольких цветах. Их можно использовать для хранения овощей. Для этого я их и покупала. И также, например, в саду пригодятся, в ванной комнате, где угодно. И очень удобно будет хранить здесь именно что-то, к чему должен поступать воздух. То есть вот ты складываешь картофель, там морковку, что угодно, да, и потом это все не покрывается плесенью так быстро. Вот название этих корзинок в IKEA. А еще я взяла мисочку. У меня есть такая же, только большая. Я очень часто ее пользуюсь в быту, но она, честно говоря, огромная, поэтому я взяла поменьше размер. Так что точно пригодится. Я вот продумывала свои покупки. И слава богу, наверное, что вчера у меня не было больше времени, и я не нагребла лишнего. И взяла еще одну блинную сковородку. Она с толстым дном. У меня тоже есть такая же. Они, кстати, всякие разные. Там в IKEA есть и больший диаметр. Но нам как-то нравятся не слишком большие блины, поэтому мне ее вполне достаточно. Она, конечно, не легкая. В IKEA есть и не с таким толстым дном, но вот эта линейка 365+, она и для индукции годится, и можно мыть в посудомойке, плюс они более долговечны, как мне кажется. Ой, наконец-то и у Кася ест. Лежа, не знаю почему, наверное,
имеет смысл купить ей какую-то кормушку, там, тарелку для воды или еды повыше. Сегодня очень жарко, я распереживалась, потому что вчера вечером не ела, сегодня утром перед прогулкой, после прогулки. И думаю, боже, что происходит? После того, как болела Мика, я уже обращаю внимание на все, на поведение, на питание, на питье. Короче, это, наверное, уже не есть хорошо. И хотела вам сказать, что в Икее есть еще вот такая лопатка для блинов. Сегодня утром раскладывала все из посудомойки. Она что-то как-то влажная. Ну, чистая, короче. Она очень удобная. Ею классно переворачивать блинчики. Это то, что изменило мою готовку. Очень часто пользуюсь. И здесь тоже не мешало бы навести порядки. А сейчас я храню картофель и, ну, всякие там овощи такие грязные, скажем так, вот здесь, под духовкой. Но духовкой я не так часто пользуюсь, поэтому ничего здесь не нагревается. Это она здесь сверху. И у меня сейчас стоит ящик, тоже икеевский белый, но он без дырочек. Я подумала, что я сменю, и удобно будет тоже раз так за ручку взять, вытянуть сразу все. Здесь тоже нужно перебрать мое добро, потому что у меня здесь кое-что запасное. Ну вот то, что регулярно используется, нужно пополнять. Это и томатная паста, и растительное масло, и какая-то консервация. Иногда у меня здесь появляется вообще что-то, наверное, Томик откуда-то привез, кто-то его угостил, я даже без понятия, что это такое. Оно так стоит-стоит, мы немного едим консервации, так что иногда мы тоже потом еще и раздаем. А это что? А, это перцы. Может, он у тети был и привез, но я как-то пропустила этот момент. Моя еженедельная рутина, даже, наверное, несколько раз в день я тягаю все продукты. Томик сегодня занят кое-чем перед поездкой, я потом вам расскажу, мы сами остаемся с детьми, и почему я не оформляю доставку, потому что у нас рядом Лидла нет, мне больше всего нравятся продукты в Лидле. И, к сожалению, мне нужно самой ехать на машине, и, наверное, из-за того, что по километражу нет ближайшего магазина, Лидл сюда, в эту часть Кракова, не доставляет, так что такая беда. Но, девочки, я нашла в Лидле кое-что интересное, это органайзеры для холодильника. Я уже давно хотела их приобрести. Я видела и на Амазоне, и на Алиэкспресс. Ну, как-то так всегда что-то то забуду, то еще чем-то другим увлекусь и пропускала это. И я уже чувствую, что Томик будет злиться. Он не любит всякие там коробочки и органайзеры, но это реально удобно. И мы потом вместе с вами все это пораскладываем и посмотрим. Я поделюсь с вами своим мнением, насколько это вообще имеет смысл. Вот такие большие продавались по одной штучке и по две поуже. Ну, мне кажется, что идея неплохая. И вот хоть смейся, хоть плачь, блин, покупки после 30, после ковида, после войны и всего того, что было в этом году. Я уже не знаю, сколько раз я болела ковидом, но чувствую я себя сейчас очень не очень после последней простуды. Достала батарейки, сейчас буду мерять давление. И удобно то, что я уже пользовалась похожим, что вот этот прибор надевается на запястье. То есть самой можно померить. Также вижу, что он соединяется по Bluetooth и с телефоном, и с компьютером. Мне это особо не надо, но да, у меня в последнее время неполадки с температурой и с давлением. Нет, блин, друзья мои, это не то, что я думала. Это стандартный прибор, но он на батарейках. Ладно, а причем батарейки где-то были здесь в комплекте. Молодцы, конечно. И здесь еще чехольчик прилагается. Ну, давайте померяем, потому что чувствую я себя сегодня, как и в последнее время, не очень. Ну что, пробуем. Вот я и техника, посмотрим, насколько мне повезет в этот раз. У меня всегда все не работает. Или мне нужно разбираться. Моя моральная поддержка со мной. У меня всю жизнь было низкое давление. Вот 110 на 70 – это мой максимум. Ждем финальный результат.
Нормально. Ну, вот это, конечно, нижнее сегодня. Что-то выше, чем обычно. Ну, то есть 100 на 60, вот так у меня чаще всего. А во время беременности было еще и ниже. Ну, ничего, на всякий случай буду контролировать. А сейчас я еду на тренировку. Обычно я занимаюсь рано-рано утром, но так сложились обстоятельства, что сегодня вот в рамках исключения днем. Дело в том, что бабушка забрала малых на 3 дня, получается. Они поехали в какой-то отель в польские горы, там и бассейн, и всякие развлекухи для детей. Она взяла всех своих внуков постарше, вот так сама устроила им мини-каникулы. Сегодня вечером они приезжают, и я хочу доделать все, что нужно, вот, пока я не связана. И завтра Томик уезжает на несколько дней, и завтра утром я не успела бы, не хочу пропускать. Но завтра у меня тоже некоторые планы. Завтра с детьми останется крестная Захара, это и моя подруга, и троюродная сестра Томика, Лилька. Я не помню, я показывала вам ее или нет, золотой человек. Решила посидеть с моими детьми, чтобы мама поехала расслабиться. Я заранее записалась к косметологу, и к ней очень сложно попасть. Я, наверное, потом вам подробнее расскажу. Все потом, потом, надеюсь, не будет суп с котом. Я побежала, потому что уже нужно вылетать. Друзья, я помню о том, что я обещала вам попробовать записать свою тренировку полностью, так как здесь только разминка и немножко упражнений, но у Ники довольно напряженный график, у нее очень много клиентов. Надеюсь, что вскоре мы выделим несколько часов на то, чтобы установить камеру, все дела, и потом заснимем. А после тренировки я обычно иду гулять с собакой. То ли утром, то ли днем, то ли вечером. Стараемся как можно больше с ней выходить. И я хочу вам сказать, что это лето я без зазрения совести посвятила своей семье и детям. Я очень много времени проводила с ними и дома, и на свежем воздухе. И было кайфово. А сейчас время ужина. Будем готовить с вами пасту с креветками. Рецепт, к сожалению, не мой, а Светланы. У нее 2 своих книги, очень классный, вдохновляющий Инстаграм. Я пыталась отыскать рецепт, но не нашла, поэтому по памяти буду готовить, ну а вы к ней загляните. Для начала размораживаем креветки, разогреваем немного оливкового масла, поджариваем небольшое количество лука. И в это время я нарезаю петрушку, помидоры черри, ничего сверхъестественного помимо креветок, а креветки у нас уже давно не какой-то сумасшедший деликатес, нам не понадобится. Также я натираю небольшое количество лимонной цедры. Отвариваю макароны, вы можете взять любые другие, но мои захотели спагетти. Добавляю чеснок к уже поджаренному луку, потом я взяла еще чуть больше, мне нравится, когда чеснок ощущается. Выкладываем нарезанные помидоры черри, можно взять даже побольше. И потом добавляем креветки, они у меня розовые, то есть слегка приваренные уже до заморозки. Я их очистила, там попалось несколько с хвостиками, я потом их убрала. И жарим буквально несколько минут, точнее даже больше тушим. Добавляем лимонную цедру, соль по вкусу и немного черного перца. Если вы не готовите для детей, можете взять и красное или что-то такое остренькое. Выливаем сливки, я все делаю на глаз. У меня ушла небольшая упаковка, и выкладываем отваренные макароны. Получается божественная паста, я все это еще подаю с петрушкой. И обязательно попробуйте, я уверена, что вам понравится. Главное, что это просто, без заморочек, очень быстро, в качестве обеда или ужина. Супер! На этом я хочу поблагодарить вас за время, проведенное вместе. Не забывайте поставить пальчик вверх. И пока-пока, до встречи уже совсем скоро!